Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Вот, наконец-то выбралась с дедушкой в лес. За сморчками. Что-то не видать грибов, друзья. Обычно, когда есть, я вот на одном месте ведерко собираю в 10-литровые. Самый много грибов, сморчков, я собирала где-то года 4. Очень много было. В прошлом году тоже мало было, позапрошлый год. Ну, где-то они идут, где-то недельки-две идут. Минимум по 5 ведер в день я собирала. В этом году что-то вот нету. И снега сначала не было. Подмерзло, видать, вот. Что-то вот ничего не нахожу. Прямо аж расстраиваюсь. Зато природа вон какая. Вот, друзья, вот смотрите, это первые грибы, которые я собираю. Ну, очень вкусные грибы. Жареные, суп, пирожки, пожалуйста, из сморчков. Новые в этом году не придется. У меня еще есть замороженные. Друзья, вот до сих пор хожу-брожу. Нету ни сморчков, ни сорочков. Потом я вам сниму. Красивые. Вот, друзья, один нашла. Один сморчок. Видите, о, какой. Это первый мой гриб. Первый сморчок. Вот так. Вот, видите, какая красота. Друзья, это очень вкусные грибы. Пойду дальше искать. Как хорошо в лесу. Ой, такая тишина. Такая, так свежо. Это блаженство просто. Тем более, еще когда гриб один нашла, это счастье. Итак, друзья, вот я еще встретила. Видите, какой. Сейчас я ее... Я уж без ножа. Сразу там оставлю корень. Вот еще он. Вот, видите, опа. Может, в этой местности я что-нибудь понасобираю. Вон еще лежит. Кто-то ее сломал. Ветром, наверное. Вот, видите, вот так. Мы ее эту ножку забираем. Друзья, я сейчас похожу так. Без камеры. Что-то интересное найду, я обязательно сниму. Ой, красиво как. Но нету что-то сморчков. Не видать. Ой, блин, что это такое? Друзья, рога маленького оленя. Наверное. Ну что, возьму. Тоже находка хорошая. Вот. С ним, видно, сбросил только недавно. Видите, белый. Эта штука. Где вот конец? Где-то, может, еще найду рядом. Ну чё? Вот цветок набрал. А кому цветы ты набрал? Ну-ка, где ведро-то? Один нож. Плохой. Это мне? Это тебе. Спасибо. Давай, вам спасибо. Ну нету грибов, да? Пошли на выход, зато я рога нашла. Вот. Сейчас крепить буду. Кому? Мне или тебе? Ой, вон моя корзина тоже. Тоже нету грибов. Значит, ну ладно, душу успокоили. Опа, вон мои рога. С собой не таскала. Вон висят. Чего говоришь? Да, говорят, что сухо в лесу. Вон какие эти болотистые места. А, кукушка, слышите? В следующий раз уже не придем, нету грибов. Итак, друзья, что мы сегодня? Вот подарил мне дедушка букет. Букет, вот я сразу водичку поставлю. Это я забыла, как называется. Она очень полезна, еще ее сушат. Я сушила какой-то год, потом запаривала и пила. А чего, даже уже не помню. Видать, здоровой стала, не помню. Вот. Вот самое главное на сегодня у меня рога. Ну-ка, дедушка, иди, примерим рога. Чего? Рога примерим. Вот рога. Детям покажу, дети обрадуются. Все, нашла рога. Сморчки. Я приготовлю сморчковый суп. Не знаю еще, может, с яйцами пожарю. Чтобы быстрее. Ну, это уж не грибы, это первый раз я вот таким количеством пришла. Вот так, друзья. Такой поход был сегодня в лес. Ну, мне, конечно, интересно вот рога тоже. Очень интересно, я помню, лет 5 назад, наверное, большие находила, вообще огромные. Вот такие дела, друзья. Если вам понравился этот ролик мой, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.